siamo Точное попадание, эмоции, азарт. Татьяна Тихонова готова испытывать эти ощущения снова и снова. Занималась горным туризмом, сейчас увлекается плаванием, лыжами и останавливаться не собирается. На любые предложения освоить что-то новенькое соглашается без раздумий. Признается, сегодня кардинально изменилось привычное понимание игры в дартс. Я там кидала бездумно, не той рукой, может, не той ногой, стояла и упиралась так, лишь бы попасть в центр. А куда там что? А сейчас нам преподнесли именно, что можно очки как там списывать и прочее. Это вот новое для меня. Так что будем теперь осмысленно подходить к этим броскам. Участников клуба «Активное долголетие» пригласили на семинар по дартсу и крокету. Рассказали об истории и особенностях этих видов спорта. Дартс – это не просто четкость и меткость рук, это еще и сплошная математика. Начальный номинал очков нужно сократить до нуля путем попадания дротиков в определенные сектора. Попадание в так называемое «яблочко» обойдется спортсмену в 50 очков, в зеленое кольцо вокруг него принесет 25. Точный бросок во внешнее удвоит имеющиеся очки, во внутреннюю окружность мишени утроит. Освоить этот вид спорта не составит труда, а вот пользы более чем достаточно. От мишени 2,37 расстояние, да, 2,37 туда, 2,37 обратно, туда, обратно. Вот 4 часа играете и прошли 8 километров. Вот так вот. И причем вот это время всегда работает, ну вот голова, да. То есть нужно проводить вычисления арифметические. Планы у организаторов семинара масштабные – создать команды игроков и устраивать чемпионаты и первенства Одинцова, чтобы спорт коротких стрел попал в самое сердце каждому. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова».